Да, друзья, это все. Потому что все остальное, что в этой игре остается, это ездить из Турцию в Берлин, туда и обратно. Никакой мотивации вам игра для этого не дает. Вы ездите просто ради своего интереса, если вам еще это не надоело. Ради любопытства я вернулся назад. Вернувшись назад, ничего не происходит. Воскрес, наоборот, дядя в нашей голове. Хотя вот он, видите, лежит здесь, и выгрузить в Турции его тоже нельзя. Я думал, хотя бы урну праха он повезет там развеять, чтобы он, его прах разлетелся по любимой стране. Ну, хотя бы так, что ли. Ну, не знаю, труп возить на заднем сиденье. Своеобразный метод, учитывая, что даже он его не выгрузил и потом привез обратно в Берлин. Па-бам! Так что от меня, ребята, за идею 5, за реализацию единица, поэтому от меня оценка 5 баллов. И в игру поиграть можно, чтобы попробовать. Но в ней очень много недостатков. Сюжет хромает, потому что вот он сбоит. То есть она вся сбоит. Ее еще надо допиливать. Ее надо дособирать до божеского состояния. Может слететь заправка. Может слететь еще что-то. То есть все время что-то работает кое-как. И это портит впечатление. Приходится через силу прорываться, чтобы посмотреть, а что же здесь заложено. Так что вот такие дела. А вот от Игоря Качи вообще 3 балла. Поэтому вот такие впечатления. Сама идея интересная, но хочется, чтобы эту идею кто-то подхватил с более лучшими техническими навыками и реализовал на божеском уровне. Потому что вот здесь это чисто демка. Вот тебе сделали демку, посмотреть, как будет идея это работать. Идея классная, реализация отвратная. От меня 5, от зрителей 3. Спасибо разработчикам за идею.